Это не профессиональные танцоры, это любители, и танцами могут заниматься люди, не имея даже никакого танцевального образования. Главное быть в ритме, главное, чтобы нравилась музыка, и чтобы это доставляло массу удовольствия. Это место встречи, наверное, летнее место встречи для всех танцоров, и не только. Я думаю, просто гости города с удовольствием приходят, смотрят и, возможно, тоже воодушевляются и тоже начинают танцевать. Много лет с удовольствием танцую сальсу, бачату, кизомбу, сейчас популярный танец тоже. Я счастлива, что есть такое место, куда можно каждый вечер пойти в Петербурге и танцевать. Для меня это огромная радость, потому что танец – это взаимодействие в первую очередь, и социальные танцы – подразумевающий импровизацию. Я на Стрелке очень давно, здесь танцевали мои родители, танцуют до сих пор, у нас очень танцевальная семья. Вот. Жизни без этого я не представляю, без танца в принципе. И как бы проведение времени на свежем воздухе – это восторг. Я только так могу описать это. До 40 лет я был как Илья Муромец на печи, сидел, диван, телевизор, сериалы, ну, компьютерные игры. И вдруг встал и пошел танцевать. С тех пор я уже 10 лет танцую без перерыва. Я нашел новый круг общения. Я разговариваю языком тела. Свою музыку нашел, женщину свою нашел. И я изменил свою жизнь. У меня есть две жизни. Одна до танцев и вторая после танцев. Не бойтесь танцевать, не бойтесь импровизировать. Приходите сюда, на Стрелку Васильевского острова, и поверьте, это так легко.